Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня хотел бы вам продемонстрировать магнитный кабель, который я приобрел несколько лет тому назад на просторах Алиэкспресса. Продавец у меня сохранился. Вот у кого я покупал, я записал его. Это фирма Гарос. Мне эта фирма очень нравится. Вот я заказываю у нее уже не первый кабель, где-то штук 20 я точно заказывал как себе, так и родственникам. Всем нравится. Вот про эти кабели есть уже много видео. Вот, но хочу сказать еще раз, напомнить и рассказать людям, которые еще не знают, чем отличается данный кабель от обычного USB кабеля. Это тем, что он состоит из двух частей. Вот первая часть у него сам кабель, который состоит из USB разъема и разъема под специальный штекер разъем, с которым установлены небольшие этот штыречки подпружиненные, вот, в которые в свою очередь примагничивается ответная часть, вот, которая вставляется в телефон. Выглядит он вот таким образом, маленький такой вот, маленькая розеточка, вот, которую этот нанесены, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 5 контактов. Это у нас два питания, и это дата плюс, дата минус. Вот, по этому кабелю можно как запитывать телефон, так и передавать данные. При подключении к ноутбуку, соответственно, делаем разрешение на подключение к ноутбуку. Вот, доступ, открываем доступ, и он определяется как обычная флешка. Вот, хочу вам показать, как это дело соединяется. Соединяется очень просто, берется сам разъем, вставляется в гнездо телефона, дальше соединяем, включаем в розетку. Также появляется индикация. Если горит зеленый, значит он не заряжает. Если включился, загорелся синим, значит пошла зарядка. Вот как видим, идет зарядка на телефоне. Зарядка на телефоне идет. И, а вот, сейчас все, пошла зарядка. Магнитный кабель достаточно прочный. Вот. Спокойно висит, не падает. При этом, если вдруг дети пробежали мимо телефона или как-то телефон неудобно зацепился, то разъем остается всегда целым. Тем самым мы гарантируется то, что разъем долго не выйдет из строя. Особенно это актуально для людей, у кого в семье много детей. Вот. И не всегда бывает так, что самих зарядников, вот, самих зарядных устройств хватает на всю семью. Поэтому приобретается несколько кабелей питания. Можно приобрести как по отдельности, так и штучно сами эти разъемы, шпеньки. Вот, и спокойно обеспечить всю семью такими вот магнитными зарядками. Спасибо за внимание. Был рад вам продемонстрировать новую свою покупку.